Добрый день! Приветствуем вас на канале JET. И сегодня мы проведем обзор промышленного, универсального, токарно-винторезного станка GH2060 ZH DRO RFS. Предназначен для работы на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также в цехах крупных промышленных предприятий. По своим техническим характеристикам и массе JET GH2060 является прекрасной альтернативой таких известных станков, как 16К20 и 16К25. В начале обзора разберемся с названием, а именно с цифробуквенным обозначением станка. Аббревиатура JH означает промышленные токарно-винторезные станки. Цифра 20 – это диаметр над станиной в дюймах. Цифра 60 – это расстояние между центрами, она тоже в дюймах. Если перевести в миллиметры, то этот параметр равен 1525 миллиметров. ZH означает наличие фрикционной муфты в коробке скоростей станка. DRO – Digital Readout, или же по-русски УЦИ. RFS обозначает Rapid Feed System, или же система ускоренного перемещения в поперечном и продольном направлениях. Помимо станка на 1,5 метра, в ассортименте JET есть станки с РМЦ 1 метр, 2 метра и 3 метра. Соответственно, они будут обозначаться GH2040, GH2080 и GH2120. Давайте знакомиться с станком и традиционно начнем с задней бабки. Она классическая, она основательная, она массивная. Имеет возможность юстировки для проточки длинных конусов. Диапазон смещения задней бабки составляет плюс-минус 10 мм. Для фиксации задней бабки на станине предусмотрена рукоятка отдельная. Помощь при обработке длинномерных заготовок. К задней бабке прилагаются невращающийся центр МК-5, вращающийся центр МК-5, а также переходная втулка с МК-5 на МК-7. Диаметр пиноли 75 мм, а вылет 150 мм. Это позволяет сверлить довольно глубокие отверстия. К слову, в пиноль можно устанавливать оправки как с хвостовиком, так и без него. Для того, чтобы изъять пиноль с хвостовиком, здесь предусмотрено отверстие для выкладки. Если хвостовика нет, достаточно пиноль отвести обратно в заднюю бабку, и инструмент сам выскочит из пиноли. Все перемещается легко и плавно. Пиноль оснащена рукояткой быстрой фиксации, а цена деления лимба составляет 0,05 мм. Давайте немножко поговорим о станине. Как на всех промышленных станках, отлита из серого чугуна. Расстояние между направляющими составляет 405 мм. Сами направляющие закалены токами высокой частоты. Твердость закалки выше 45 HRC. Ну и, конечно же, направляющие отшлифованы. К слову, у 16К20 расстояние между направляющими было порядка 400 мм. У 16К25 порядка 500 мм. Ну а теперь поговорим о суппорте. Суппорт станка оснащен рукояткой включения маточной гайки для нарезания резьб, а также ручкой для включения автоподач. Она же рукоятка для включения ускоренного перемещения. Если вы просто включите ручку до упора в любом из четырех направлений, продольное или поперечное, то у вас будет работать автоподача. Но если же вы в таком же положении нажмете эту зеленую кнопку, то у вас сработает ускоренное перемещение по осям. Как видите, ускоренное перемещение оснащено отдельным двигателем, поэтому перемещать суппорт можно даже без включенного шпинделя. Автоподача работает в паре с механизмом автоматического отключения подачи суппорта. Устанавливаем один из шести концевиков в заданной точке. Когда суппорт наедет на этот концевик, автоподача отключается. Это гарантирует высокую степень повторяемости заготовок, а также защищает нас от врезания резца в патрон. А за переключение концевиков отвечает данная рукоятка. На станке всего 6 позиций. А еще фартек суппорта оснащен ручным насосом для подачи масла на направляющие. Качнули 10 раз в начале смены и забыли до конца рабочего дня. Ход поперечных салазок 310 мм. Движение легкое и точное, а цена деления лимба 0,05 мм на диаметр. Верхние продольные салазки перемещаются на 145 мм. Цена деления лимба 0,05 мм. Верхние продольные салазки поворачиваются вокруг своей оси на 360 градусов. Необходимый нам угол мы можем выставить в диапазоне плюс-минус 90 градусов с шагом 1 градус. А продольное перемещение всего суппорта осуществляется при помощи этого штурвала. Цена деления лимба составляет 1 мм. Ну и с учетом размеров станка на суппорт отдельно вынесена красная аварийная кнопка и зеленая кнопка запуска двигателя главного движения.
Суппорт оборудован четырехпозиционным рессодержателем с фиксатором. Аналогия 16К20. На том станке сечение резца было 25 мм. На этом станке сечение резца 32 мм. Это позволяет более эффективно гасить вибрации при точении. Учитывая размеры рессодержателя, он оснащен отдельной рукояткой, которая позволяет установить необходимый нам резец и быстро его зафиксировать. Станок в базе оснащен лампой освещения рабочей зоны и станцией СОЖ с регулируемым соплом. Помимо этого на станке есть УЦИ, причем она трехосевая, и точность позиционирования инструмента составляет плюс-минус 5 микрон. Выходная мощность главного двигателя составляет 7,5 кВт. Это позволяет работать с весьма твердыми заготовками, такие как нержавеющая сталь или же легированные стали. Двигатель передает высокий крутящий момент на коробку скоростей через 4 клиновых ремня. Скоростей на станке 24, прямых и обратных. Помимо этого, внутри станка предусмотрена фрикционная муфта. Она позволит обеспечить плавный разгон и торможение шпинделя, а также предохранит станок при чрезмерных нагрузках. Максимальный крутящий момент на валу шпинделя составляет внушительные 2000 ньютон-метр. Шестерни в коробке скоростей и коробке подач закалены и отшлифованы. Диапазон скоростей шпинделя от 9 до 1600 оборотов в минуту. Именно характеристики коробки скоростей являются преимуществом перед известным советским станком. Диапазон довольно большой и позволяет производить очень широкий спектр работ от нарезания резьбы до финишной обработки заготовок на металлах различной твердости. Скорости на станке выбираются очень просто. Давайте покажу на примере скорости 500 оборотов в минуту. Нам необходимо метку на большой рукоятке поместить напротив зоны 320-1600 оборотов. Вот она, эта метка. Теперь нам необходимо установить скорость 500 оборотов в минуту. Берем вторую рукоятку и ставим соответствующую цифру напротив красной стрелки. Все, скорость 500 оборотов в минуту установлена. Если совместить красную стрелку и эту метку, это нейтральное положение коробки скоростей. Шпиндель вращаться не будет. В помощь при настройке скоростей, автоподач и типов нарезаемых резьб идет дополнительная рукоятка на передней бабке, как у 16К20. Еще очень важный момент. На ходу скорости и автоподачи переключать категорически запрещено. Это очень важно. На панели передней бабки также размещены таблицы автоподач и типов нарезаемых резьб. На станке можно нарезать дюймовые резьбы, метрические, питчевые и модульные резьбы. Настройка на автоподачу или нарезание резьбы осуществляется с помощью рукояток, соотнося их с цифробуквенным обозначением на таблицах. Эта рукоятка отвечает за типы резьб и автоподачи, а это уже настройка на диапазоны. Обратите внимание, А, Б, С, Д – это настройка для автоподач. 1, 2, 3, 4 – римские цифры – это настройка для типов резьб. Еще одна приятная особенность данных станков. Для настройки станка на автоподачу или тип нарезаемой резьбы нет необходимости в переборе гитары зубчатых колес. Исключение для некоторых шагов дюймовых резьб. Здесь все-таки придется перекинуть пару шестеренок в прямом смысле слова. Но у нас на этот случай есть отдельная памятка для токаря. Вообще эта особенность относится ко всем промышленным станкам серии ZH. А если вспомнить 16К20 и 16К25, то там при переходе на типы нарезаемых резьб все-таки необходимо было перебирать гитару зубчатых колес. Читайте паспорт на станке 16К20, пункт 12.3. GH2060, как и все промышленные станки данной серии, оборудован трехкулачковым патроном диаметром 250 мм в комплекте с накладными калеными кулачками. А сам патрон оснащен защитным кожухом с концевым выключателем. При работе станка открываем кожух, и станок выключается. Очень важный параметр при приобретении отдельного патрона. При соединении шпинделя станка D18, стандарт DIN-55029 CAM-LOG. Всего 6 сухарей. Диаметр проходного отверстия шпинделя составляет 80 мм. Это отличный показатель для данного класса оборудования. Помимо этого,
В комплекте станка идет 4-кулачковый патрон с независимыми кулачками на 325 мм, планшайба диаметром 400 мм. При этом посадка у них точно такая же, как в стандартном патроне на 250 мм. D18 1.55.029. Допустимая максимальная масса обрабатываемой заготовки составляет 480 кг. Это позволяет обрабатывать материалы с диаметром над станиной до 500 мм, над габ до 720 мм, эффективная длина габ 240 мм, а РМЦ, расстояние между центрами, напомню, 1525 мм. А в помощь при обработке длинномерных заготовок идут подвижные и неподвижные люнеты с диапазонами от 20 до 110 и от 50 до 210 мм соответственно. Ну и естественно, для обработки таких тяжелых и длинномерных заготовок необходима большая масса, а чистый вес станка составляет добрые 3 тонны. К слову, концевик в защитной крышке предусмотрен для того, чтобы вы не включили шпиндель во время работы с патроном. А для того, чтобы правильно остановить шпиндель, необходимо пользоваться ножным тормозом. Сначала отключается электропитание, а потом с помощью тормозных колодок останавливается шпиндель. При неправильном подборе режимов резания есть большая вероятность того, что может заклинить суппорт станка. Например, при слишком большом съеме материала. Для того, чтобы избежать поломки, на станке предусмотрены защитные латунные штифты ходового вала. Штифты расположены под нижним кожухом. Их при поломке и должно срезать. В этом страшном ничего нету, так и заложено в конструкцию. А, к слову, запасные, чтобы не вытачивать новые на станке, уже лежат в комплекте. Такое решение позволит избежать более серьезных проблем, как поломка коробки подач, коробки скоростей или фартука суппорта. Но чтобы такое произошло, вы должны очень сильно ошибиться с режимом подбора резания. Сам станок установлен на цельнолитое чугунное основание. Подведем итог. Большая ширина направляющих, высокий крутящий момент, цельнолитое чугунное основание. Все это говорит о промышленном классе станка. Ну а теперь посмотрим на станок в работе.
Ну что ж, вот практическая часть подошла к концу. Сегодня работали с стали 45, обрабатывали черновой съем 9 мм на сторону, болванка 120 мм в диаметре. Затем делали чистовую обработку болванки длиной 1 метр. Работали мы на различных режимах. Скорость была 1250, а вот с автоподачей мы поигрались. В результате получился хороший такой чистенький гладенький вал. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Более подробную информацию о станке можете увидеть в карточке товара на сайте jettools.ru, ну или же связаться с нашими менеджерами. До скорых встреч!